Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Личность. Это имя Бога. Бог, он не относится к какой-то религии, к какой-то конфессии. Бог — это абсолютная истина. И имя Кришна означает все привлекающие. Тот, кто привлекает. Церковь — это общественная организация, да. Вот. Это метод самоосознания, который мы практикуем, очень доступный для всех. Очень простое объяснение. Это тело, это как клетка, а наша душа как птица в клетке. И если мы эту клетку, клетка может быть золотой или серебряной, очень богато украшенной. Это тело, это наша внешняя оболочка. Нашей сущностью является душа, которая находится внутри этого тела. Thank you.
Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Себя чувствует естественно, потому что это ее среда обитания. Если рыбу из воды вытащить и дать ей вкусный торт, дать ей селедку, разные, все что угодно, селедка, пиво много, рыба, она не будет довольна, потому что она будет лишена своей среды обитания. Точно так же, если мы живем и не даем пищу душе, то мы подобны этой рыбе, у которой все есть, но в то же время ничего нет, потому что она несчастна. Никакие наслаждения, удовольствия материальные, они не могут дать нам настоящего счастья и радости, потому что душа, она требует духовной пищи. И вот эта духовная пища, как раз вот эта вот мантра Харе Кришна, это пища для души. Может каждый послушать и почувствовать, попробовать повторять это. Каждый может ощутить, это духовная вибрация, это не материальные звуки. Я вот 20 лет повторяю, еще не надоел. Каждый день повторяю, пою вот эти слова Харе Кришна. Это настоящая духовная вибрация, то есть это не просто какая-то теория, прочитанная в книгах. Есть и теория, есть у нас философия, то есть это не просто какие-то религиозные сентименты, то, что мы делаем. Это все имеет очень большую и сильную философскую базу. То есть мы можем дать любое объяснение, можно задавать вопросы. Вот. И поэтому мы хотим просто поделиться. Мы не преследуем каких-то корыстных целей. Мы приехали сюда просто вот рады, что вы здесь сидите и как-то вот рады общаться. Вот. Мы открыты всегда для общения. Ни в коем случае не преследуем каких-то... Ты будешь ругаться, если мы с тебя травой кидаться будем? Нет, я буду очень рад. Я бы тоже... Да, ну только давайте, да, будем немножко... Да, эмоции это хорошо, но есть еще немножко... Мы же живем все-таки в обществе, правильно? Мы соблюдаем какие-то законы. Вот, поэтому мы... Но вы же против общества. Стараемся. Нет, мы не против общества. Дим, давай не будем мешать. Давайте еще попоем. Хорошо? Дим, ну ты тяжелый. Как тебя зовут еще раз? Харе Кришна. Слушай, Кришна, ну ты же не против того, что я с тобой так общаюсь? Дим. Ну, это может со стороны. Я-то не против. Со стороны могут не все понять это, воспринять адекватно. Но мы-то понимаем. Ну, мы-то да. Мне бы хотелось... Разговаривают они, что-то, Саша. Чего мы сейчас за руки за ногу? Да, блин, тяжелый был. Вдвоем унесем. Дим. Ану! Ану! Ану!